Можно. Здравствуйте. Значит, офис еще не достроили, а нам уже пришел лист попередження от Интертелекома. Вот сейчас мы расскажем, как Интертелеком избавляется от своих клиентов. Значит, сумма абонентской платы за вашим номером складает 16 гривень 44 копейки. Вот. Уже пришло письмо, что все, если вы не проплатите, абонентский договор уважается розірваним с 22.11.2014 года. Ну и что? Ну какая разница вам? Ну, захочу я пользоваться телефоном, я проплачу эти 16 гривен, еще докину 20-30. Зачем? Зачем это делать? Вы посмотрите просто, у нас же еще офис недостроенный, что вы с нас требуете 16 гривен? Зачем? Ну пускай я полгода не буду пользоваться, но все равно стоит аппарат. Говорите, заплатили и все, и пользуемся. Зачем терять клиентов? Директор департаменту абонентского обслуживания АА Семенов с повагою. Да, спасибо. И присылают письма. А вам письма рассылать недорого? Может, проще подождать, пока заплатим? Достроим офис и заплатим. Нам же нужен телефон с прямым номером городским. Конечно. Всего за 16 гривен 44 копейки. Кстати, будем тут чертить на черновики. Строительный расчет делать. Спасибо за бумагу. Ну, зря, зря. Абсолютно зря. Вот так.